Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале RusFPS. И сегодня, как вы уже догадались, по названию будет обзор события, связанного с таким страшным заболеванием, как онкология, ну и либо еще можно назвать рак. Аж даже страшно произносить. Вот, и ну, 2 дня прошло, понятно, что это уже не актуально, но все же свое мнение по данному событию высказать нужно. Оно, ну, этот день против борьбы с раком проводится ежегодно 4 февраля, и это событие закончится через 6 дней, то есть 11 февраля. Вот, значит, заходим мы в данное событие. День борьбы против рака. Цель события — повысить осведомленность о болезни. Ну, это, кстати, круто. Играть и получать особые награды. Кроме того, мы почтим память нашего друга и менеджера по работе с сообществом АМТ, скончавшегося от рака в декабре. Да, ну сейчас мы одно событие посмотрим, что оно из себя представляет, и дальше пойдем обозревать, так сказать. Но я думаю, это опять какие-нибудь тренировки обычные будут, да. Никогда, кстати, не забивал вот так. Фу, это оказалось не так-то и легко. Взял и забил. О, впервые, по-моему. По-моему, впервые. Не помню. Так, дали нам очко осведомленности. Здесь также мы все проходим. Сюда, сюда, сюда. Дальше будет матч против США. Потом нам дадут от 20 тысяч до 1 миллиона монет. Кстати, после обозревание данного видео я покажу вам, сколько мне дали. Прогресс от 1 до 20, 1,70. Ну, это мне не нужно, в принципе. Это мне не нужно. Далее, память АМТ, что это? Питер, 75 по 2019, значит, прожил 44 года на... членами игрового сообщества, менеджер по работе, спортивный болельщик и... человек с большим сердцем. Да. Ну, как вы знаете, очень много людей болеют онкологией. Это, можно сказать, болезнь даже не 21 века, а 20-го, потому что еще в 20 веке эта болезнь получила широкое распространение в мире. Вот. Ну, а пока мы проходим события, бежим, бежим. И бежим, вот. И, как вы знаете, в России с онкологией тоже есть такие проблемы. Точнее, именно у онкологии проблем-то нет, потому что она развивается в России семимильными шагами. А вот средств для противостояния, для борьбы, для излечения у нас, к сожалению, не так-то много. Но в каждом субъекте Российской Федерации, как вы знаете, их 80... Так... поправьте в комментариях, 85 субъектов, и в каждом, по-моему, есть онкоцентр, и для сердечно-сосудистых тоже есть центры специальные, чтобы понизить смертность, так скажем, от этих болезней, вот. Также в нашем субъекте, в Ижевске, тоже есть такой центр, и это довольно-таки неплохо, учитывая развитость нашей республики, вот. Сейчас мы все это закончим, я закончу это все проходить, и мы посмотрим, сколько мне выпадет, 20 тысяч или миллион. Ну, монет, естественно. Ребят, пока я тут прохожу, тут какое-то революционное событие вышло. То есть мы сюда оп, 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 оп. Так, ходим, так сказать, и отдаем пасы. Ой, неправильно. И еще прикол в том, что нужно... начинать все сначала. Оп. Оп. Сюда. Пару финтов. Финтов нет, к сожалению. К сожалению, нет финтов. Сюда. И Гомес. Решик. Узнаем, что она выпадет уже. Наконец-таки 25 копеек. Ну, тысяч в смысле. Или миллион. Биты включаются. Поехали. Фух.
Раз, два, три. Да идите вы нахер, eSports. Тут вы подняли такую проблему, как заболевание с раком, и в итоге даете всего 50 тысяч монет. Серьезно. Не, ну конечно, это не по-христиански, как говорится, не по-православному. Но можно переигрывать. Серьезно, сейчас я переиграю, посмотрю, можно еще раз или нет. Итак. А, ну. Ну-ка еще раз. Тут можно бесконечность открывать. 40 тысяч монет. Серьезно? Серьезно? Так, ребят, я предлагаю челлендж открывать паки. А, ну тут челлендж не получится, потому что ограниченное количество паков. Можно открыть. В общем, событие классное. Тема данного события классная. Но проблема в том, что eSports все-таки, несмотря вот на такую трогательное событие, они остались жмотянами. Все. В принципе, ну, ничего не поменялось. Ну и спасибо вам за просмотр, конечно же. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Можете рассказывать своим друзьям, там, вот, репостнуть им, но это уже на ваше усмотрение. Ну и с вами был еще раз как Сидорус ФПС. И, собственно, всем пока.